Давай попробуем, что мы снять на эту камеру. Еще. Ну что, друзья, всем привет. Вы на канале Вася Пешеход. Мы на легендарном стадионе Маяковка, где каждый год первый поединок нового сезона принимает этот стадион. Сегодняшний матч состоится в рамках кубка, точнее суперкубка страны между командами Солигорский Шахтер, прошлый год и чемпионы, и Борисовский Батэ. На сегодняшний день обе команды очень хорошо укомплектованы. Некоторые игроки перешли из Борисова в Солигорск, но ничего страшного. Надеюсь, это не повлияет для борисовчан на счет, и они смогут вырвать эту долгожданную победу в суперкубке, так как уже третий год они не выигрывали суперкубок после своих побед в этом трофее. Вот. А мы отправимся за эмоциями, к болельщикам, потому что фанатов, к сожалению, на сегодняшний день нету по понятным причинам в нашей стране. Но надеюсь, и попадутся очень веселые и интересные болельщики, которые расскажут очень многое за межсезонье, за свою любимую команду. И в дальнейшем мы сможем вместе с ними ощутить те эмоции, которые раньше были на стадионах. Погнали! Какие ожидания, вот, скажем, от команд, которые лидеры? Ну, честно, нравится, ну, хочется посмотреть. Хочется посмотреть, потому что там Стасевич, Пельпенко перешли в Шахтера. Что покажет Батэ при Жуковском? Даже сейчас не могу предположить, что будет на поле. Что, ну, кто может даже... Конечно, состав у Шахтера посильнее будет, но Батэ тоже может на морально-волевых. Вообще. В смысле? Ну, у тебя специфика футбола, как бы, идет финты какие-то. В смысле челленджи? Да. Не, на самом деле я пришел сюда для того, чтобы посмотреть футбол. Мне стало интересно, как проявится Солигорский Шахтер, как вообще проявится Батэ. Но на самом деле направленность на челленджи и на прочее, она же не как бы... Как обязательно атрибут все равно по течению матча. Я должен же знать, как играют ребята, как играют люди. Потому что мы с ним ролики, допустим, с Гарминским Неманом были конкретно футболисты белорусской лиги. Да, это наблюдал очень интересный момент, кстати, по баллам там. Ну, для меня, как и для человека, который начинает первые шаги на Ютубе, это очень интересно. И... Так что да, я тебя перебил, я сюда пришел. Я не снимаю формат такой влоговый на данный момент, да, потому что это как-то немножко меняется. Ну, просто хотя бы для того, чтобы для общего развития. Я посетил все суперкубки, которые, наверное, были, потому что я люблю футбол, несмотря ни на что. Это праздник открытия сезона, как-то в этом году праздника не чувствуется. Вот. Ну, вот просто люблю футбол. Мне кажется, это будет последний матч при таком количестве болельщиков в этом году вообще. Я думаю, у всех команд будут проблемы с посещаемостью. Поэтому я думаю, я пришел туда так, скажем так, немножко почувствовать это вот забытое уже, какое-то подобие какого-то присутствия на футболе, на котором есть какие-то зрители, конечно, без фанатов, нет фанатов, не привидится, поэтому... Ну так, вот суперкубок, знаете. Приехали из Солигорска, поддерживаем свою любимую команду, надеемся на победу. Стали чемпионами, надеемся, суперкубок будет наш. Уже в который раз. Соскучила по футболу? Конечно. Как ты, твоя любимая команда называется? Батэ. Вот, не забыла за межсезонье. Егор, как так? Егор! Передим там забьет. Егор, как так? Аленка, расскажи, давай. Не снимаю, все. Мяч, снимай меня, тебя не буду. Ну что? Третий. Кто забьет? Одно что не забьет. Лихач, Пашка, да? Пашка забьет. Все, верим, Пашка забьет. Насколько Шахтер вышел вперед и поможет ли этот трансфер? Или снова это будет засечка? Поможет, да. Даже можно сказать, что даже не в чемпионате Беларуси, а в Еврокубке, потому что скамейка у них очень хорошая. Ну, что берем основной состав, плюс еще скамейка запасных. Очень длинная и очень там качественные футболисты. Подбор очень хороший. С болельщиками, с активными болельщиками был бы матч. Я помню прошлый суперкубок Шахтер Динамо Брест, это был вообще топ, потому что
что те, что другие создали классную атмосферу, которую не стыдно было показать там, всему миру. Но тогда весь мир белорусский футбол еще не смотрел, весь мир в этот момент разбирался с коронавирусом, в панике не решали, что делать дальше, им было немножко не до нас. Потом уже все стали обращать внимание, что у нас происходит. На болельщики тоже ушли из трибун из-за протестов с коронавирусом, поэтому тот матч стал таким одним из последних. В прошлом году, я помню, вот был матч Суперкубок, был очень атмосферный финал Кубка. Ну и пару матчей там Крукачей были очень яркие, конечно, все помню там это. Динамо Минск, Крукачи? Да, ну и после этого еще, да, когда мы играли за выход в вышку со спутником, там хороший был матч. В общем, очень мало теперь было праздничного футбола, раньше его было больше. Поэтому здесь я никакого праздника не жду, поэтому это просто какая-то дань такому, не знаю, дань моему хобби, моему увлечению. В этом году в межсезонье очень интересно у Солигорска получилось. Много набрали игроков интересных, но также и у Борисского БТФ забирали талантливых старичков, скажем так. Сейчас посмотрим, что они покажут в нашем составе, некоторые из них. Проверю, что победа будет наша. А с кем еще-то победил Солигорск? Шахтёр с каким счетом победит? Победит? Я думаю, 1-0. Нет, 1-0, что-то такое слабенькое. Да, со мной какой-то удерживает, наверное. Голос пенальти будет? Нет, я думаю, в основное время все еще. А кто будет счастливчиком этого победного начала гола в этом сезоне? Не знаю, даже как этот сильно подозрел? А он есть такой весь в составе? Не знаю, честно, мы вот только что пришли, сейчас посмотрим, так и вырежете это, пожалуйста, мы будем все, именно вот это я ставлю. Не знаю, пускай Соки тогда я ставлю. Пусть больше не ставлю. Да, Соки подделал Фиеса. Нет, кто он еще не поставил, мы только пришли еще. Смотри, есть вот немножко серьезный такой вопрос, да, в плане... И Шахтёр очень усилился в плане игроков, большое количество взял. Для чего это будет? Для Европы и для чемпионата Беларуси? Ну, надеюсь, Шахтёр очень повезет и будет в этом году очень мало травм. И наконец построить ваш стадион на Вязи. Посмотрим. Может, туалеты на место поставят? Ай, ну, все, это не актуально. Ну, пока да. Ну, а мы, ребята, отправляемся на кромку поля, где будем следить за эмоциями. Футбол сегодня снимать, к сожалению, я не смогу. По новым регламентам АБФФ, но в любом случае с болельщиками порадуемся за обе команды. Сань, что ты здесь забыл? Да так тусуюсь, атмосферу ловлю, вообще такая бодрая, чистая. А я думаю, кто забрал последний билет 1500? Это все я, очень приятно. Передай Сане и Вульну привет. Привет, Саня. Чего ты ожидал на этом матче? Больше Саши и Вульна или поражение Шахтёра? Ну, то и другое. А чего больше? Больше, наверное, Саша Вульна, потому что он мой земляк, поэтому... Ну, в любом случае, надеюсь, твоя команда сегодня выиграет. Спасибо. Иди, наверное, встань вторым на фарт.
после матча серии пенальти на табло 2-2. Третий удар бьет игрок БТ. Позади меня сектор близко с БТ. И, конечно же, игрок из Борисова скауч Максим бьет. И... Чик. Просто бьет на технику, не забивает. Бутер налегке утягивает мяч. Следующий удар, третий будет проводить игрок Солигорского Шахтера. Свой третий из трех ударов, третий мяч. На табло 3-2. Экс-игрок Борисов КПТ. Но в любом случае его поддерживают. Так. Остается один удар. Либо, да, еще один удар. Бутер может стать героем этого матча, и может, если забивает свой мяч. Hey!
подпишитесь на канал! Так, матч завершился. Победу в Суперкубке одержал солигорский Шахтер со счетом... попинайся, они все-таки выиграли, да. Попинайся. Гутер стал героем этого поединка. И сейчас идет вручение медалей победителям Суперкубка и их сопернику, Борису Скумбате. Ну, конечно, да, Саша Гутер тащит уже не первый год и в ту команду, в которую приходит играть. Сейчас немножко отправимся за эмоциями, ближе к бровке поля, там, где находится сама команда, и понаблюдаем за награждением. Куда не попадаешь, везде выигрываешь кубок. Что за это? Фарт такой. Это не фарт, может быть, смог. Может быть, от импульса было? Это же не только от меня все зависит. Это зависит еще от партнеров по команде, поэтому... Мне тоже в какой-то степени, наверное, везет, что у меня всегда в команде подобраны хорошие, качественные футболисты, поэтому это не только моя заслуга, а заслуга всех команд, я играл. Я смотрю, и сейчас Паша встречается очень часто с Михайловичем, да? Но все равно это соперничество никак не повлияло, не влияет на вашу дружбу по сегодняшний день. Ну, я думаю, на поле, да, мы на поле соперники, но после игры мы те же друзья, мы хорошо с ним общаемся, часто видимся, поэтому... Да, на поле такого не может быть, что мы можем где-то в каком-то моменте себе уступить. Вот, но после игры мы можем спокойно встретиться и говорить. Спасибо тебе за твою работу в Бресте. Ты подарил куб и много очень эмоций положительных Бресту. И тебе, конечно, Бресту успех. Два слова. Солигор чемпион. Солигор чемпион, yes. Чемпион? Yes, чемпион. Спасибо. Иншаллах. Крутой матч обеих команд, и несмотря, что моя любимая команда Брестка Динамо, мне, как человеку со стороны, эта игра очень понравилась, и куча эмоций. Только вот работникам, к сожалению, работы на сегодняшний день, да, куча. Праздник праздником, а работы, биби. Вот такие вот дела, ребят. Итак, ребят, и вот такой крутейший на эмоциях вечерок футбольный. Не зря, скажем так, приехал на Суперкубок и думал, что без болельщиков активных будет и более скучно. Да, конечно, скучно, но все же эмоции получил положительные. Игра крутая на разные эмоции. Там и горечь поражений от болельщиков увидел, и слезы радости, у кого-то чемпионские слезы. Главное, что... Все довольны, матч состоялся на ура, болельщики присутствовали, футболисты играли и выкладывались на ура. В общем, не знаю, что сказать, все было супер, всем спасибо, все свободны, и подписывайтесь на канал, ставьте пальчик вверх, не забывайте, что мы всегда есть на футбольных полях для того, чтобы вам освещать этот крутой, самый, наверное, первый в мире вид спорта, самый лучший футбол, на который, к сожалению, в Беларуси у нас ложат сами знаете что. Так что верим в лучшее, верим в белорусский футбол. И помните, белорусский народ невероятный.